всякое обучение начинается с подражания. С подражания своим учителям. Народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Сюжет очень известный. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Карабас, Барабас. Дуримар. Страна дураков. Как радостно сознавать, что все это мечта, фантазия, вымысел писателя. Никакой страны дураков нет, не было и быть не может. Но вот чрезвычайные и полномочные ослы из этой страны кое-где еще встречаются. Мы это не скрываем. Мы с дураками боремся. Мы ведь, как говорим, нашему институту дураки не требуются. Или на нашем заводе дуракам не место. Значит, вот на нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе? А там своих дураков хватает? Причем то, что они никому не нужны, это понятно. Любому дураку. Но куда их девать? И где? Где же найти место, скажем, вот для такого придурка? Ой, было, 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 было. Вкалывал я на одном ящике. Ой, вкалывал. Электромонтером. Однажды дал не то напряжение. Но я же дал, я же ничего не взял. Ну, немножко я напряжение завысил. Я же план перевыполнял. У меня по плану 220 вольт, а я им дал 1000. Думаешь, кто-нибудь спасибо сказал? Бегунь кричал, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Ой, пол ящика осталось без крыши. Космонавтов, видать. А другая полящика без премии. Иди, говорят, отсюда по сой свинному. Что ж я с голоду помер, да? А? Что ты? Что ты? Корешок ты мой. Я себе такую работенку нашел, послаще, чем в ящике на кондитерской. Фабр. Ой, меня на торты поставили. Крем давить. Я, знаешь, на тортах сказка надписи кремом писал. Возможно, я не писатель. Возможно. Но я же писал то, что думал. За что же меня оскорблять? Мастер бедит, орет не человек чистым голосом. Ты что, дурак? Тебя, говорит, этому в школе учили? Что, говорит, не знаешь, что сказка через «з» пишется? Ну, я ему показал, какой я дурак. Я на остальных тортах. Такое написал, что не в сказке сказать, не вслух произнесть. А ежели произнесть, можно на 15 суток сесть. Ну, еще выгнали меня опять, собрались. Посой свиным, еще же я на улице замерз. Да, 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 да. Как говорят древние греки, накося выкоси. Я себе такую работенцию надыбал. Я на этой работе впервые в жизни себя homo sapiensом почувствовал. Ой, это в зоопарке было. В зоопарке однажды забыл запереть клетку у льва. Ой, вырвался лев, зараза. Стал приставать к одной женщине. А я при чем? Это что, я к ней приставал? Меня там вообще не было, я на перегонке с бегемотом плавал. А то, что он из клетки вырвался, он же хищник. А то, что он за этой дамочкой погнался, может, она сама виновата? А зачем она пальто из антилопы надела? Надела бы, как все нормальные люди, телогрейку.
Лев бы со страху помер. Они мне кричат: ты что, дурак, на тебе характеристику? Иди отсюда. И пойду. У меня в характеристике не написано, что я... У меня написано... Ой, что написал? Ой. Жаль, читать не умею. Ну, кончается хорошо, морально устойчив, так что вы за меня не переживайте. И в голову не берите. Я без работы никогда. Ни за что. Потому что про нас, дураков, народ говорит: работа дураков. Ну. Правильно соображаете.